Знакомьтесь, это Владимир Иванович и его новые ворота. Владимир Иванович решил сэкономить и сделал ворота сам. А тут живет Николай Николаевич. Он доверился компании, у которой много положительных отзывов, которая уже более 10 лет занимается изготовлением и установкой ворот, в которой работают профессионалы. Николай Николаевич отдыхал, работал, проводил время с семьей. Владимир Иванович возился с воротами, копал, бетонировал, варил и устанавливал ворота. Эх, лучше б я сэкономил на чем-то другом. Закажи ворота под ключ. Не трать время зря. Проведи время с дорогими тебе людьми, а мы позаботимся о вас.